Антицеллюлитный массажер для бедер и ягодиц с четырьмя поверхностями для воздействия. Сегодняшний обзор посвящен клинически протестированному массажеру от немецкого бренда Bührer. Модель CM100 Cellulite Releaser. В комплекте с массажером идут зарядный кабель microUSB, сетевой адаптер, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Массажер представляет собой пластиковый стержень. Каждая из сторон, две широких и два ребра, служит для массажа проблемных участков ног и ягодиц. По бокам нескользящие ручки с мягким покрытием. Корпус влагозащищенный, соответствует стандарту IPX5. С одного конца располагается кнопка включения прибора и переключения режимов. Их здесь два. Также можно выставлять три уровня интенсивности вибрации. В кнопку встроен световой индикатор, который подскажет, что батарейка села. Работает массажер от аккумулятора в течение 10 часов без перерыва, но прибор автоматически отключается после 15 минут процедур. Удобно, что не нужно засекать время. Для зарядки потребуется подключить прибор к розетке или к разъему USB. Время зарядки – 3,5 часа. Рекомендуемые манипуляции и длительность каждого воздействия прописаны производителем в инструкции. Этот массажер подойдет тем, кто стремится избавиться от апельсиновой корки на бедрах и ягодицах, или просто держит в тонусе кожу и мышцы в этих зонах. Прибор удобно использовать сразу после горячего душа.